Мулловка Меликесского района бурлит. Очередной сход по наболевшему вопросу. Местный спиртзавод, по мнению местных жителей, травит окружающую среду неконтролируемыми выбросами вредных веществ, поражает отходами производства воду, почву и воздух. Многочисленные проверки различных инстанций производитель спирта для тонизирующих лосьонов переживает с завидным спокойствием. Сказать, что наложенные штрафы хоть как-то повлияли на политику руководства предприятия, не получается. Так что поток производства фанфуриков, можно сказать, хлещет через край. В основном их эти фанфурики употребляют наши местные алкоголики, и не только наши местные алкоголики. То есть, если покопаться в интернете, можно увидеть то, что они даже доходят до Ханты-Мансийского округа. Вот куда даже доходят эти фанфурики. Между двух огней – интересами бизнеса и интересами жителей рабочего поселка – оказалась местная администрация. Нервы не выдерживают напряжения. Я являюсь главой администрации, являюсь гарантом. Если люди мне не верят, пожалуйста, я сложу свои полномочия, доверяю себе. Нет, мы не об этом говорим сейчас. Мы о другом Подождите. Мулловцев не столько волнует факт употребления фанфуриков далекими хантами, сколько трудности собственного выживания. Пока что, говорят в поселке, завод выживает нас. Нам же скоро не выжить. Это же была зона отдыха. Сам губернатор Морозов говорил. Я помню. Меня мама в пионерлагерь сюда возила. Был пионерский лагерь имени Мусоровой. Сколько детей отдыхало, на том берегу. А теперь... Сейчас гибнет рыба, стоит непередаваемая словами вонь, а крыши домов периодически покрываются странной красноватой пылью. При этом сказать, что Мулловка бунтует, не получается. Что такое работающие предприятия, здесь прекрасно понимают, на примере окрестных деревень, где заводов нет. Нет цели закрывать его. Пусть работают, процветают. Это рабочие места, это налоги. Я это так понимаю, вы простите меня, если что-то не так. Но всего-то, уважаемому спиртзаводу, надо полюбить нас, на которой они земле здесь работают. Устраните выбросы, и жители области готовы будут и дальше производить наполнитель для фанфуриков. О том, насколько это выгодный бизнес, здесь тоже наслышаны. 100 грамм, 12 рублей, 5 штук, это пол-литра, 60 рублей спирт. Дели напополам, получается 30 рублей, вот. И зачем алкоголикам брать за 300 рублей у нас в магазине, вот, когда нет фанфурик? Хорошо берут. Если в аптеке будут продавать, а не в магазинах или в киосках, то очередь будет Дульянус. Будущее спиртзавода в Мулловке под вопрос может поставить именно единодушный порыв региональных законотворцев. Бороться с фанфуриками намерены на федеральном уровне. Навряд ли народные избранники ограничатся непопулярными в народе полумерами. Продавать нельзя, а делать можно. Пришло время правильно расставить приоритеты. Что важнее региону сегодня – рабочие места или здоровье его жителей?